Там гайрок играет стандартный, я решил даже, может, музыкой другую поставлю, и все. Интересно, вот эти вот сверху, это же тоже шипы. Лол, серьезно? Легкое же место. Ну, пока вроде проходим, я не знаю, почему она, может, никто не играл, типа. Первый стейдж, по-моему, плагин. Так, ну я посмотрел, просто когда скачивал, я посмотрел вот именно первый стейдж и зашел сюда, вроде здесь как первый тренд, как проходим. Ну, думаю, может запустить, посмотреть. Может там в конце что-то, ну я не знаю. Я как бы первый стейдж прошел, вроде все адекватно было. Может реально какой-то косяк есть там? Посмотрим, дойдем до куда сможем. Если вообще сможем. Это сейчас трешатина какой-нибудь поставил. Легкий же прыжок, капец. Он непонятный сейф, конечно. Так. А, здесь триггер, я понял. Да господи. Сейчас бы во флите вжал. Ну, тайлсет, кстати, прикольно, не знаю насчет такой они. Лол. Обычный прыжок. Ну, дизайн, кстати, прикольно сделан. Хоть и...
А, вон как что-то здесь. Так, что здесь можно встать? Да господи. Так, ну по-моему... Так, эти три взяли, последний путь остался. Надеюсь, он... Не люблю такие прыжки. В чем прикол? А, триггер. Спасибо, Ирин, за хост. Карка 3. О, найс. Найс, не вот так. Ну, вроде проходимый босс. Ну, как я вижу. Я не знаю... Почему NA поставили? По-моему, прикольная тянка. Еще узнать, как ее зовут. Вообще топить будет. Можно в К2 пилить. Ой, в К4. Ну, прикольный босс. Я давно таких няшных не катал. Лол, стоп. Nice.